Гватемала решила перенести посольство в Иерусалим. Лидер страны объявил о переносе посольства из Тель-Авива вслед за аналогичным решением властей США. Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в Facebook о решении перенести посольство страны в Израиль и в Иерусалим. «Сегодня, воскресенье, 24 декабря, я говорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», — написал Моралес. Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. По материалам сайта Newsgro.com.